Всем привет, дорогие друзья, с вами КРЗ, и сегодня мы поиграем в первую часть игрушки под названием Incredibox. В принципе, мы уже записали две части этой игры, и думаю, вы уже поняли, в чем суть этой игры, так что давайте не будем тянуть и уже начнем. Так, посмотрим, что издает, какие звуки издает вот этот чувачок. Ну, такое, на самом деле, не очень. Так. Ну, в принципе, давайте будем ставить все по очереди и, соответственно, соберем всю коллекцию, так скажем. Так, вот это уже неплохо получается. Так, кстати, у нас тут еще вот такие концовки есть. Первую мы уже открыли, давайте посмотрим. Так, ну понятно, это у нас какой-то церковный хор. Так. Кстати, я еще не понял, как открывать эти концовки, потому что в следующих частях там комбо показано, сколько надо чуваков подходящих собрать, чтобы открыть. А тут ничего не понятно вообще. Так. О, мы, кстати, вторую концовку открыли. Сейчас, ты у нас что делаешь? Что-то непонятно. Давайте пока вот этих уберем начальных. Так, кто-то мне тут прям весь звук портит сейчас. Хотя нет, ладно. Давайте посмотрим концовку вторую. Так. Это Титаник, серьезно? Ну, короче, понятно. У нас вот этот чувак в главной роли тут. В главной роли. Акулы плавают. Титаник утонул. И в этой части у нас какой-то такой толстый чувак, который у нас показывается в комбо, в припевах. Так, ну, блин, я не понимаю, как, по какому принципу тут собираются вот эти припевы бонусные. А, ну, это уже неплохо, кстати. Так, ладно, этого уберем. Вот. Ты у нас что делаешь? Кстати, тоже загружаются они, как и в следующих частях. Это, кстати, игра, ей уже почти 10 лет, и она сейчас, именно в 2017 году, стала актуальной. У нее стали играть, она всем стала нравиться. Ладно, вот этих пока уберем. Кстати, у нас тут делятся еще кино инструменты, какие-то звуки, эффекты, короче, вокал и бонусы. Так, кстати, мы третью концовку открыли уже. Неплохо. Ты у нас что делаешь? Что-то он молчит просто. Что-то непонятное, короче. Вот это... Тут они, кстати, не показаны никак. О, вот это, кстати, неплохо, он... Поет. Если бы еще сделали их как-нибудь погромче, либо же нам можно было менять их громкость, игра была бы намного лучше, и играть было в нее интересней. Не знаю, давайте как вот его уберем отсюда, и вот этого поставим, посмотрим, что он делает. Ну, короче, понятно, давайте посмотрим уже третью концовку. И сделаем выводы об этой игре. Ну понятно, тут, короче, у нас в главной роли этих клипов какой-то толстый чувачок, и с ним то он в Титанике тонет, то он в церковном хоре поет, то он на Новый год едет куда-то. Так, ну, в принципе, всю игру мы посмотрели с вами. Кстати, есть еще одна игра. Incredibox, пятая часть. Она доступна только на iOS-девайсах. То есть это iPhone, iPad. В принципе, я могу ее купить. Она 300 рублей там стоит. И записать. Я не знаю, вот давайте, если вы хотите увидеть на моем канале
прохождение этой игры, то обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, если вы это хотите, потому что просто так тратить 300 рублей не очень хочу. Ну, в принципе, вот такая вот игруха у нас. Это, кстати, напомню, это первая часть. Мы прошли третью, четвертую и вот первую сейчас. Посмотрели, что тут надо делать. В принципе, она мне не особо так понравилась. Вот третья и четвертая часть мне гораздо больше понравились. Ну, в принципе, вот на этом все. В следующей серии, я думаю, посмотрим вторую часть этой игры. Ну, а в принципе, на этом все. С вами был КРЗ. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.